Друзья, привет, с вами Денис Гусев. Ну что, вновь я в аэропорту, а значит, я куда-то лечу. Вопрос только куда. Как вы знаете, раз в году проходит самая крупнейшая выставка спортивных достижений в мире – FIBA. Проходит она в Германии, в городе Кёльне. В этом году я там буду уже четвертый раз работать на стенде своего спонсора Olymp Sport Nutrition. И в этом видео я хочу пригласить вас вместе с собой посетить эту выставку для того, чтобы узнать, что интересного произошло в мире фитнеса и бодибилдинга в 2017 году. Поехали! Хочу познакомить вас с делом всей своей жизни. Начну знакомство с горячего цеха. Здесь готовят наибольшее количество наших блюд. 5 секунд, и наше блюдо готово. А вот и готовый рацион к отправке. Пробуйте еду от Level Kitchen. Обещаю, она вам понравится. Приятного аппетита! Сейчас пересадка в Мюнхене, но как иногда такое случается, рейс в Москве задержался на 15 минут, но пока прошли таможню, пока прошли паспортный контроль, пришли, и наш самолет уже улетел. Но на самом деле ничего страшного, если вы летите одной авиакомпанией, а мы сейчас в Луганск залетим, то когда мы подошли на стойку, нам сразу же поменяли билеты на следующий рейс в Кёльн. Поэтому у нас еще есть полтора часика, мы посидим здесь, отдохнем немножко, ну и перекусим. Кстати, приятно перекусить таким классным бутербродом, который мне готовит моя компания Level Kitchen. Вот такие вот бутербродики. Это стоит попробовать. Друзья, ну что, с опозданием в 2 часа мы наконец-то добрались до отеля. И посмотрите, я не могу этим не поделиться с вами. Какой офигительный вид прямо из нашего номера. Это центральная станция, здесь такие поезда ходят, причем они очень тихо ходят, их вообще не слышно. И чуть выше такой просто монолит. Это кафедральный центральный собор Кёльна. Очень красивый. Ну а наш сегодняшний день кончается. Сейчас, наверное, сходим в лобби отеля внизу. Что-нибудь перекусим, уж очень хочется кусок мяса свежего съесть. Все, искупаемся и завалимся спать, потому что впереди нас ждет 2 прекрасных дня, когда мы будем пахать на выставке. А как именно, скоро узнаете. Друзья, доброе утро. Ну что, начинается первый день той выставки, ради которой мы сюда приехали. FIBA 2017. Еще один прекрасный вид из моего отеля. Мне нравится, когда очень много людей бегают, копошатся, а ты с утра смотришь, сидишь, попиваешь кофе. Супер. Мы не будем затягивать время, потому что выставка на самом деле уже почти началась. Вот. Нужно сейчас пройтись нам до нее, идти минут 20-25. И я вас начну знакомить с выставкой. Пойдемте. Вот мы добрались сюда выставки. Она открывается в 10, а время сейчас 9:30. И смотрите, просто толпы людей уже стоят на вход. То есть насколько ее здесь ждут, любят, и как много людей здесь сегодня будет. Пойдемте попробуем пробраться.
Итак, мы прошли через эту огромную толпу людей, распечатали наши бейджи. Все, вперед, нужно найти сейчас наш холл и встать на стенд, начинать работать наконец-то. Ребят, вы только на это посмотрите, выставка еще только через полчаса открывается. Смотрите, здесь уже просто народу битком. Наконец-то добрался до нашего стенда. В этот раз его немножко переделали. В прошлом году и до раньше всегда они были объединены, где продавали спортивное питание, где мы стояли. Сейчас они разнеслись. Я вам чуть попозже это покажу. Здесь стенд, где чисто стоят атлеты, фотографируются, дают автографы. Здесь есть сцена, где мы будем позировать и заводить публику. В этот раз у меня такие классные постеры сделали, цветные. Вот, поэтому буду их подписывать. Ну что, работа начинается. Вперед, погнали! За, скажем так, за сцену, это такая серединная часть, где можно отдохнуть, посидеть, переодеться. И покажу, как компания, в принципе, заботится о своих атлетах. Здесь стоит такой большой холодильник, который полный всякой воды, там разные предтреники и так далее. Правда, уже, естественно, четвертый день все подпили, подъели, но, тем не менее, еще вполне достаточно. Вот, здесь у нас ступня находится. Вот, как видите, тоже куча всяких батончиков вкусных, бери, не хочу, сколько влезет, ешь. Все лишь бы для того, чтобы спортсмены хорошо работали. Особенно вот такие гейнеры 6000. Вот. Ну и здесь тоже маленький холодильник, кухня, можно руки помыть. То есть вода есть, проблем никаких нет. И большой холодильник, кто с собой еду какую-то приносит, может сюда закинуть. Везде шейкеры стоят, можно набрать сколько угодно. Это вот мой шейкер, я сюда поставил, чтобы с ним не перепутать. Здесь также у нас несколько комнат. Здесь оператор стоят, там люди, которые на мониторы вещают и в онлайн-трансляции сидят, не буду их беспокоить. Здесь вот как раз все заставлено. Но если вы видели, то мы бросаем такие во время шоу сэмплы бесплатные. То есть они здесь вот все лежат. Тут их много, шейкеры, вот эти протеины. Просто кидаешь их, людям раскидываешь. Здесь плакаты разные лежат. Тоже все это бесплатно раздается. Вот, кстати, нашел тут недавно свои новые. Теперь я уже рекламирую БЦА с составом 21.1. Я такие еще никогда не видел. Надо будет попробовать, что это такое. Здесь тоже еще одна комната. Тоже можно прийти, сесть, расслабиться. Тоже полный холодильник всякой выпивки там, ну, в смысле, безалкогольных напитков. И, соответственно, батончики, они даже еще целые в коробках стоят, просто их очень много, не все едят. Любые какие хочешь, бери и обжирайся. Я их уже, честно, наелся всего, поэтому я так спокойно на них смотрю. Ну, тут еще пару комнат. Здесь наша переодевалка. Здесь наши все вещи просто лежат. Вот такой, в принципе, быт атлетов на выставке, ну, именно у моего спонсора, у Олимпа, потому что все стенды разные, у всех по-разному это происходит. Но в целом жить можно, все прекрасно. Ладно, пойдем, стенд поработаем.
one on my nose, I got a tricycle. Where you put your clothes, it's my mini-me. Body smoking, so they call me Young Nicki Chimney. Rappers and they feelings, cause they feeling me. I give zero f**ks and I got zero chili. Kissing me, cop the blue box that say Tiffany. Curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gun pop. I'm the queen of rap, Young Ariana, run pop. These friends keep talking like too much. Say I should give them up. Ну что, друзья, начинаем обход российских атлетов на выставке. Их немного, но, как говорится, но мы в тельняшках. Привет, Вить. Практически в тельняшках. Ну что, ты первый раз, насколько я знаю, на FIBA, да, как делись впечатлениями? На FIBA первый раз. Ну, мне, конечно, поразило, конечно, объем этой выставки. Но тут, мне кажется, от, не знаю, от ползунков там каких-нибудь спортивных, я не знаю, до супер-мега какого-то тренажерного комплекса и там, не знаю, полного оборудования тренажерного зала. Слушай, а расскажи, я знаю, что ты получил карту профессионала, естественно, мы тебя с этим поздравляем. Классик физик, ты планируешь выступать. Делись своими планами на будущее, на ближайшее будущее. Вот, понятно, сейчас сказать, с разъездом и с этим, я постоянно куда-то еду. У меня не очень получается сейчас нормально выстроить тренировочный план восстановления. Я не хочу загадывать, насколько быстро форма дойдет. Она дойдет. Но я хочу выступить именно тогда, когда форма уже будет там, как надо. То есть ты конкретный турнир пока не загадываешь? Пока не загадываю турнир, но я... Если успею, то на май, на начало мая, то, а если нет, то на конец мая. А что за турниры там? Питтсбург ПРО, Нью-Йорк ПРО и я бы был еще там по Бэй ПРО. Понятно. Тебе спонсоры-то твои помогают с выступлениями? Вообще-то спонсорам огромное спасибо. Потому что да, и они взяли, наверное, все расходы первые на себя. Я вообще очень благодарен, потому что у меня вообще он есть. Ну что, желаю тебе успехов. Хорошее выступление на предстоящих турнирах, потому что ты будешь нашим первым классе физик, кто будет выступать, это круто. Первый? И до конца надо быть первым. Да. Как оказался. Долго я сюда добирался, давно... Тебя ж здесь не было, я первый раз вижу. Давно об этой выставке слышал, то, что она, ну, самая большая. Вот, получилось это все увидеть своими глазами, да? Не просто как турист, а именно как вы называетесь-то? Как мы называемся теперь? Мы работники выставки. Работники, обслуживающий персонал, работники и так далее. Да. Те люди, которые дарят улыбки всем этим людям, которые подписываем. Да, постеры. Для меня это абсолютно новое, но реально я кайфую, потому что столько народу, и вот ты видишь, как у нас стенд расположен, вот этот коридор огромный, да, впереди. Я, конечно, вчера, когда выходил поднимать, я, конечно, кайфовал, глядя, сколько народу. Бля, вообще, они меня вчера так завели, я прям сегодня уже рву копыта, когда уже стартовать, рвать, будем сегодня пытаться опять что-нибудь изобразить. Ну, кайфую. Я, знаешь, вот, наверное, только на Олимпиаде было столько глаз перед глазами, потому что чемпионаты мира вроде звучит круто, а на самом деле на чемпионатах мира, ну, не так много народу. Они все равно свои все, ты понимаешь, это команда одна, это другая, они вот сидят, и мы все тут, в принципе, друг друга знаем. А на Олимпиаде, да, это много посетителей, которые зеваки и так далее. Вот здесь вот этих зевак, их очень много. И реально вчера, когда они все выстроились, прям вот коридор, знаешь, сели друг другу на плечи там и так далее, я, конечно, вчера завелся, пипец. Ты просто скажи зрителям, что ты какое движение именно выполняешь? Вчера делал я рывок с паузой, вот, 190 порвал. Вот сейчас сегодня я видел, ты больше заявил. Нет, я буду сегодня делать одной рукой. Хочу порвать 100 грамм одной рукой, посмотрим. А там, слышишь, никакие не находились, которые тоже хотели попробовать. Может, штанга не настоящая. Знаешь, я вот думал об этом. Думаю, блин, сейчас подумаю, что хрен, клоковская штанга, облегченная штанга. 100% сейчас начнем читать комментарии, блин. Слушай, ну ладно, расскажи о своих планах. Я-то знаю, но расскажи зрителям. Я видел твое просто расписание безумное. Ну какие планы? Планы двигаться в том же направлении, которое выбрал 3,5 года назад. Вот двигаться на развитие силового вида спорта, объединяться. Все вот это стать каникулы, все то же самое. Вот то, что мы делаем, это все за счет объединения. Все наши нынешние проекты стреляют
СНБО Strong, да, катайские каникулы, все, что мы еще запланировали, все стреляет из-за того, что мы объединяемся. Ну ты открыл новую дисциплину, кроссинг. А, ты про это имеешь? Да. Ну опять-таки, это, так сказать, не хочу сказать, это апогей моей деятельности, но в принципе это то, к чему я 2,5 года готовился. Опять-таки, это объединение силы и вида спорта в какое-то новое, модное, интересное направление для людей немножко с другой извилиной, да, именно с силовиками, но которые устали делать что-то одно, как я, да, я уже на эту штангу, я ее чувствую, понимаешь, я, взявшись вчера за насечку, я уже понимал, что все, сегодня я 190 порву, понимаешь, и когда ты уже чувствуешь это все дело настолько хорошо, то тебе хочется что-то новое пробовать, вот, поэтому кросслифтинг, он больше для таких, кто хочет что-то новое, интересное, модное, да, что-то типа такого. Ясно. Ну что, Дим, мы тебе желаем сегодня порвать одной рукой, и завтра тоже здесь? Завтра, да, завтра что-нибудь уже легкое. У меня на 3 дня по максималке не хватит. Хорошо, я очень часто слышу вопрос, будут ли краевские каникулы 3, какие прогнозы? А это все от нас зависит, думаю, да, от костяка этого проекта, поэтому если ты и Шанкин с Короной скажете «да», мы, так сказать, организуемся, а дальше народ подтянется. Я просто на Москве видел, как Ляева у меня остановил, говорит: «Денис, будем делать тайские каникулы?» Я говорю: «А ты что, тоже решил садить?» «Да, все, я сколько разговаривал, давай делать». А что, пусть сейчас народ, если там лайков наставит, сколько там? 10 000 лайков поставить. 10 000 лайков поставить, и тайские каникулы Денис обещает будет. Никлоков, Денис. Давай. Ну что, друзья, выставка уже подходит к концу, суббота, поэтому есть возможность наконец-то по ней пройтись, прогуляться и показать вам, какие бренды представлены на ней. Все думают, что выставка – это только спортивное питание. Здесь на самом деле все, что имеет хоть какое-либо отношение к спорту. Сейчас мы находимся в павильоне номер 10. Это 2 этажа, и эти оба этажа посвящены полностью спортивному питанию и спортивной одежде. Также это разные мороженое, разные конфитюры, джемы, прочее, что как бы относится к спортивному питанию. Ну что, пойдемте посмотрим, буду вас знакомить. Итак, выставка, вот если заходить с этого входа, начинается это различные бренды одежды. Здесь какие-то женские, ну в основном, конечно, это у вас женские, всякие штаны красивые, под всяких там змей сделанные, под питонов и так далее. Видите, какой огромный выбор одежды на любой вкус. Legal Power, такой бренд. LP, я думаю, что вы такой никогда не слышали, но одежда, сами видите, если честно, ну, выглядит достаточно дешевой, но, тем не менее, такая чисто бодибилдерская тема, все эти вот майки, которым мы так любим, цвета хаки, таких вот огромных размеров, наверное, даже на пауэрлифтеров 2 меня в нее влезет. Шорты, майки, футболки, костюмы, причем такие еще забавные, помните, в 80-х были популярны. Цвета такие. Что, кто-нибудь розовые штаны готов одеть? И, кстати, стоят они 25 евро, а за пару 40 евро всего лишь. Здесь находится центральный стенд, Power Stage называется. Здесь все мероприятия проходят. Наши шоу, там тяжелоатлеты выступают. Здесь больше всего людей может находиться, поэтому здесь толпы собираются. Дальше стенд Aeromax. Этот стенд не меняется уже на протяжении долгих, по-моему, 5 или 6 лет. Одно и то же не стоит. Но дальше находится наш стенд Talim Sport Nutrition. Он себя представляет такую огромную площадку с огромным экраном с одной стороны. С двух других сторон стоят спортсмены. И с третьей стороны стоит Porsche 911 тюнингованный. В общем, все для того, чтобы завести как можно больше публики. Дальше находится стенд Fantech Nutrition. Брэндон Крид стоит здесь. А Сюзанна Толди стоит. Ну и Седерик Макила, который наделал так много шуму на классе. Дальше находится стенд Biotech USA.
Здесь стоит одна из самых известных звезд фитнеса, Юлисис младший. С этим ростом мне вот такой вот по плечу. Дальше стенд Nebby. Nebby — это известный бренд одежды. Но они выпускают одежду для мужиков и для девчонок. Почему-то вот сейчас тут одни только женские. Хотя нет, тут там какой-то красивый манекен стоит. Сейчас очень модный такой хаки цвет. Кто знал, у меня машина такого же цвета поклеена, только чуть-чуть другой орнамент. Но это мужской костюм. Мне кажется, очень круто будет смотреться. Весь лицо Руни Винклер. Идемте дальше. Здесь стенд у нас новая компания Reflex Nutrition. Никогда ее до этого не видел. Yes, my видеоблог. Ultimate Nutrition в этом году у Фила Хита закончился контракт. Точнее, в прошлом году он разорвал с Gifted Nutrition. Заключил теперь Souls Ultimate Nutrition. Он и Декстер Джексон сегодня были здесь. Кстати, к ним не очень большая толпа стояла, потому что человек 20-30. Это не так много, как по сравнению с тем же Юлисисом или Лазаром, которым сотни человек стояли. Вот. А по другую сторону находится All Stars. В России этот бренд представлен, но пока не очень популярен и небольшой он. Но тем не менее здесь очень много всяких вкусных батончиков. Идем дальше. Здесь Fabio Attack. Такой бренд тоже, ну, не очень известен в России, но он тоже, тем не менее, есть. Как всегда, можно батончики попробовать. По 2 евро продаются всего лишь. И дальше стенд Wader. Ну, это один из самых популярных брендов в Германии. Кто-то помнит, что Wader в Германии когда-то производили. Поэтому он там есть. Есть. Да. Привет. Привет. В хорошей форме. Сфотографируйся. С Казахстана? Давай. Давай, сфоткаем. Итак, а напротив Gorilla Wear. Это тоже бренд одежды, который любят одевать самые большие качки. Давайте посмотрим, что здесь. Всеми нами любимая горилла from United States of America. Качки, любите такого цвета шортики носить? Это для вас. Качки какие-то стали у нас другие, наверное. У них лица — это Деннис Джеймс и Деннис Вольф. По-моему, я их здесь еще не видел. Там чуть дальше Track Nutrition, там Тима Клоков устраивает свои шоу, показывает рекорды, делает тяги, рывки. Вот. Там еще рядом бренд одежды, есть бренд QNT, тоже известный достаточно. EU Nutrition, типа европейское спортивное питание, тоже новый бренд в России, он не представлен, я его не видел. Так, разворачиваемся, идем дальше. На самом деле я не все показываю, потому что здесь несколько рядов, я иду только по центральному. Продолжается Wader. Очень много у них спортивного питания разного представлено. Слева него находится MyProtein, британский бренд. В России многие ребята занимаются продажами этого бренда. Еще один малоизвестный бренд — Red Line Hardcore называется. Рядом с ним VPX Nutrition. Но здесь славится эта выставка тем, что здесь новые бренды, которые вообще даже не продаются, они уже могут поставить стенд свой и показывать, рекламировать свой товар. Это, безусловно, большой плюс. Здесь вот такая новая штука, похожая на кухню. Компания специализируется на таком healthy food, на здоровом питании и на таких протеиновых батончиках, но из органических материалов. Целая коробка, например, таких, такой органики 10 евро стоит. Но здесь, видите, в основном у них все там овсянка используется, то есть такие крупы всякие разные, натуральные. Но выглядит достаточно аппетитно. Главное, стоит недорого. Коробка 10 евро всего лишь. А уверен, что завтра, если прийти под конец закрытия, они будут их и по 5 продавать. Вот, здесь находится второй стенд наш. Второй стенд от Olymp Sport Nutrition. Здесь у нас чисто продажи идут. Раньше они объединяли два стенда в один. И продавали, и атлеты стояли в одном стенде. Вот. А сейчас они сделали разные, потому что, чтобы не смешивать, поставили Life and Fight и Olymp Sport Nutrition здесь. Здесь, видите, там как лабиринт сделан, ты так заходишь, идешь, как в супермаркете. Выходишь и попадаешь на кассу. Что, мы продолжаем? Итак, давай повернем направо. Здесь у нас находятся стенды NASCAR Sport. NASCAR Sport, даже никогда такое не слышал. Опять какое-то новое название. А с этой стороны еще один стоит Wader. Здесь они коктейльчики мешают с разными сиропами. Опять какие-то новые названия. Прозис. Хай-тек Нутришн. Странно, что такое название кто-то раньше не придумал. Хай-тек Нутришн.
Ну, окей. Здесь находится достаточно старый бренд, но его немногие знают, называется Inca Sport. Вот. Ну, здесь Gymshark, это бренд одежды. Они здесь постоянно какие-то молодые парни у них стоят, рекламируют. А напротив него один из самых крупных, это Optimum Nutrition. Optimum Nutrition, который гранит с таким же крупной компанией, как Sun. Это новый бренд, по-моему, шведский, называется Nokka. Они выпускают быца в таких банках в алюминиевых. И вот батончики вкусные достаточно выпустили. Опять Energy Outmeals, каша энергетическая. Здесь стенд ProSubs, Шон Роден, Джейсон Постон стоят здесь. Здесь новый бренд Superior 14. Уж я не знаю, Super 14, что это значит. Но какие-то саплименты, спортивное питание, добавки. Здесь стенд Ронни Колмана. Удивительно, но этот человек свои столько лет, в общем, не помню, сколько ему, приезжает, работает, фотографируется. Это удивительно, восхищение вызывает, уважение. Потом еще какой-то бренд, наверное, для девчонок, спортивное питание. MLA for Her называется. Здесь бренд Enix. Денис Вольф, лицо его, правда, здесь я его не видел, наверное, не приехал. А напротив новый бренд, называется Dedicate. Это бренд Лазара Ангелова, к нему достаточно большая толпа здесь стоит, может быть, даже самая большая среди всех. Удивительно, человек никогда не выступал, может, там лет 5-7 назад один раз выступил там в классике у себя в стране. Но получил самую большую популярность, уже больше 5 миллионов подписчиков. Но он скоро приезжает к нам в Сочи, поэтому можете увидеть его там. Опять там какие-то каши диетические, там смеси там и прочее. Одежда Power Staff. Тоже бренд России, я не видел, чтобы он продавался. Одежда для больших ребят. Вот, дальше у нас компания PIF. Раньше, в прошлом году здесь Шабуня стоял, наш известный белорусский культурист. А до этого Лисаков был на контракте. Сейчас ни того, ни другого нет. Не знаю, почему они с ними не продляют, но их нет. Ну, Тренд тоже достаточно известный бренд, знаменитый. Вот еще один стенд Лазара, видите, он сейчас продает здесь одежду. Ну, как я и говорил, обратите внимание, сейчас очень популярны майки вот такого вот цвета. Хаки. Это лесной и городской хаки называется. Все, вот так вот раскручиваешь свое лицо в Инстаграм, потом запускаешь компанию и продаешь одежду, которую все делают на одном заводе в Китае. Но, тем не менее, продаешь не за доллар, а за 20. Здесь, кстати, стоит на этом же стейке Dedicate Семен Панда. Еще один натурал бодибилдинга с банками по 50 сантиметров. Точнее, USP Lab. Вообще, знаете, когда брендов тут стоят сотни, очень интересно просто смотреть не на название, а на банки, какого они цвета. То зеленый, то белый, то красный. Вот, например, красный у BSN. Ну, это один из больших лидеров. А здесь какой-то PES Science. PES Science. Кто-нибудь слышал когда-нибудь название бренда PES Science? Ну уж не знаю, правда или нет, но видите, Конор Макгрегор, он лицо BSN. Здесь MHP бренд. Очень известный, правда, они сейчас полностью переделали свою рекламу, банки немного переделали. Ну, хотя цвет банок, в принципе, тот же остался такой сине-фиолетовый. Вот. А напротив них, когда-то очень популярный в России у нас MuscleTech, когда они вкладывали деньги в рекламу, там у них все были топы Олимпии, их рекламировали. Я сам когда-то их питал, ну, ел, мне очень нравилось. Сейчас они что-то подсдулись, уже мало кто использует. MuscleMeds, это... Я помню, впервые попробовал их протеин говяжий, очень был вкусный. Ну, у них сейчас Виктор Мартинес, лицо компании. Еще какие-то новые бренды с названием Forge, Bad Mass, Bad S. Здесь жарят всякие вкусняшки, вафли, блинчики. И для того, чтобы попробовать всякие соусы, которые изготавливает эта компания. God 7 Nutrition. God 7 Nutrition. Он же, блин, на название не запомнит нифига. Так, дальше Mutant у нас. Все уже разбежались с этого стенда. И BN Beverly Nutrition. Ну ладно. Дальше еще. Claro. Изо Fitness.
У меня язык, я скоро сломаю, все эти названия здесь читать. PNUSA и All Stars. Ну, All Stars еще нормально. Это мы пошли также по центральному ряду, не будем ходить по другим рядам. Ну вот, давайте спустимся еще на этаж ниже. Это был только первый этаж. То есть я здесь уже реально, не знаю, сколько это при монтаже получится, но сейчас я уже минут 20 здесь просто хожу. Это только мы один этаж обошли, одного экспо. Здесь таких 11 экспо, состоящих каждый из 22 этажей, из двух этажей. То есть 22 экспо больших. Вот я 20 минут потратил, чтобы обойти только один этаж одного экспо. Пойдемте сейчас спустимся на второй.